Путин, ребята, подписал указ о правилах отсрочки по мобилизации для студентов. Она распространяется на учащихся очно, очно-заочной формы, получающих образование впервые, а также на студентов учреждений, имеющих госаккредитацию, по образовательным программам, ну, короче, на студентов на студентов духовных образовательных организаций, которые готовят служителей, религиозный персонал по программам среднего профессионального высшего образования. Слушайте, духовный персонал, ребята, мы слышим, они высказываются практически каждый день. Предводитель, ребята, сильно духовного канала Spice Боря Корчевников нам вчера выдал. Выдал так, до сих пор, блядь, в себя прийти не можем. В охренении сидим до сих пор. Это вот про духовных. Мне кажется, духовных любого спроси, они скажут, хотим на фронт. Стрелять хотим. Пу-пу-пу-пу-пу. Да, ребят? Рясу задрав, там сатиновые трусы старые, ребят, в катышку. И что? Духовные вы наши. Про духовность, ребята, вам... Знаете, эти сильно духовные, я вам так скажу, ребят. Вот Яна, например, Поплавская. Она всякий раз тоже, кстати говоря, ребят, вот эта вот гестаповка, она тоже апеллирует к Богу. Она тоже вот это Бог, Бог в сердце, Бог, вот, Бог, вот, короче, Бог, ребят, понимаете? И тоже обязательно будет в интервью, что мы должны вычистить нашу страну. Вот это все. Знали, нет, ребят? Любое ее интервью послушайте. Там обязательно будет такое, что никак, вот знаете, с Богом вот вообще не коррелирует. Ну как-то, ну совсем, ребят, нерелевантно. Вот это вот они, вот эти вот сильно божественные. Сильно вот это так. Когда-то поверили, решили, что они сильно более нравственные, более они. Еще чуть-чуть и сами станут архангелами. Послушаешь их, обязательно будет какая-нибудь, ребята, фашистская херня изо рта. 100%. Вот это все про богов и божественное, Олежа. Все вырезать, котик. Спасибо.